Вау! Всем привет, топчики! С вами Димон Про. Сегодня я наконец поиграю в NAV Plus, банная игра от Йоста. Спасибо ему за эту шикарную игру. Как раз он уже выпускал эту игру, но вышел, так сказать, ремейк его игры. Вот так. Смотрите, как это круто. Как аниматроники тут выглядят. Глядят Фредди, Бонни, Чика, Фредди, Фокси. Короче, нереалистично, конечно, что выглядят. Я уже прошел одну ночь, она как-то скучная, я бы сказал. Игру я, конечно, понизил громкость, потому что она громкая. Но поиграем, наконец. Но давайте же мы вторую ночь, потому что первая скучная. Там в конце только они решили уже за... Уже... Короче, пошли только в конце аниматроники за мной. Призраков поймать. То есть, когда мигает фонарь, то мы уже как раз видим призрака с помощью этой рации, которая как раз устройство, которое ловит призраков. И это можем понять, когда понижается звук рации. Это 6 задач нужно. Почти 6. 8 задач. В этом этапе мы не помрем. Все, сейчас начнется вторая ночь. Шаги нашего персонажа. И сейчас начнется игра. Привет. Итак, я получил у тебя документацию о твоей прошедшей ночи. Действительно неплохо. Как минимум, теперь мы знаем, что аниматроники не перемещаются программно. Кто озвучивает Фунгай, я так знаю. Они просто не смогли из-за своей системы. Получается, наше предположение о том, что управление может быть зависимо от душ частично, но имеет право на существование. Что ж, продолжай в том же духе. У нас есть еще 4 дня до закрытия пиццерии. Удачи. Так. Ага. Я не знаю, где Чика, конечно же. Пасхалка. Блин, а сейчас помереть возможно могу. Надеюсь, что нет. Нужно за всеми тут следить. Тут вообще пароль нужен. А где Чика? Я вот не понимаю дело. А. Фокси еще не вышел. Так, сейчас только первая ночь, ну, первый час только. Скоро уже второй начнется. Ах ты ж. Пернатая курица. Стоит, втыкает. Ну, а где Бонни? А. Ну и когда ты уйдешь? А, ты сейчас в окне?
давай уходи, а то ты мне заряд весь и жрёшь. Фокси скоро выйдет, Фредди, то стоит тут еще. Не уходит, скотина. Да-да. Стоит он. Блин, давайте идите уже, я сейчас стукну нахрен. То вообще Бонни трясется весь. Ах ты ж падаль. Вообще. Скримера на камеру свой есть. А Чика так и не уходит. Скоро Фокси уже выйдет. Ну, иди. Кажись, ушел. Хрен там. Черт. Давайте, 6 утра, давай. Я могу сдохнуть. Давай, 6 утра. Капец, их двое, смотрите. Стоят там. Ну да. Твою мать. Пожалуйста, 6 утра. Да, повезло мне, хорошо прям. Нормальная такая игра, только мне вот не нравится чувствительность, она какая-то низкая боль как-то. И надо бы ее увеличить, конечно. Давайте экстра заглянем. Тут аниматроники можем разглядеть полностью. Можно выбрать управление, как, ну, интерфейс, как он будет выглядеть. Вот так, меню S, экстра. Ну, понятно, мне игра вот зашла, конечно, мне вот она нравится реально. Ну, будем заканчивать. С вами был Димон Про, всем пока.